Друзья, всем доброго вечера! Рада вас снова видеть на своем канале. Для тех, кто впервые у нас в гостях, меня зовут Елена. И со мной моя маленькая Сонечка. У нас сегодня домашние пельмени с говядиной. Видео, как мы это лепили, обязательно покажу. Покажу, как мы делали тесто. Один пельмешек у меня всего только разварился. И выскочило мясо немножко. Все остальное, что у мужа, что у Сони, просто все идеальненькие. Давай я тебе помогу, Соня, горячие, очень горячие пельмешки. Дочь. Я вкусная. Вкусная, очень вкусная. С вилочкой прям вот так вот. Вкусно делала. Вкусно делали, вместе мы делали. Да. Пельмешки у Сони со сметанкой, я себе и майонез немножечко. Попозже, может быть, добавлю сметанки и, возможно, у Сони вот сметаночка чуть-чуть. Да. Так, Соня, аккуратно, прям вот аккуратно, по чуть-чуть, горячие, аккуратно. Я также взяла вот такой соус острый, не знаю, может быть, захочу, не захочу, майонез у меня вот такой. Соня сметанка, Брест-Литовская, наша любимая. Ну, и я взяла, немножечко налила воды, может быть, захочу. Не знаю, устали так, Соня. Но, Соня говорит, надо снять мукбанг. Как же так? Вкусно. Много мяса. Фарш я делала сама. Получилось много мяса. Мало, надо было лука побольше добавить. Потому что из-за того, что лука маловато, получился немножечко суховатый фарш. Хотя воды я фарш, после того, как мясо сделала, фарш из мяса, я добавила воды, ну, вот полкило у меня, чуть больше полкило мяса было, говядины. Я добавила где-то полстакана воды, грамм 100. И маловато. Не очень сочно получилось. Ну, горячо еще. Ну, вкусно. Не спеши, Соня. Вкусно? Да, вкусно. Ну да. Горячевато, просто еще. Дай-ка немножко острого соуса еще тоже. Горячо, Сонечка, ты аккуратно. Не знаю, съем ли я все, что я положила. 10 пельмешков я себе положила. Соня 7. Не знаю. Осилим ли мы? Вообще, еле-еле говорю. Подустала. С утра сегодня, я говорила, стала очень рано. Пошла. С утра Соня яичницу приготовила. Выпила только кофе. Пошла в поликлинику. А я скучала по маме. А Сонечка скучала. Потом пришла из поликлиники, приготовила кашку. После чего... Ой, после каши начала делать пельмешки. Вот с нуля буквально. И вот только-только мы закончили. Время уже вечер. Время у нас уже 6 часов вечера. Полноценный ужин. 6 вечера, пельмени, прям то, что нужно. Ничего. Иногда можно, да, дочь? Что? Давай. Тема сметаны, смотри, сколько прям. Да. Вкусно? Жестковатое мясо, конечно, не знаю. Да. С индейкой мне нравится больше, но муж у меня попросил именно с говядиной. Он говорит, говядина либо с бараниной. С бараниной я не очень люблю пельмени делать. Потому что баранина, она вот имеет свойство очень быстро застывать. И вот этот жир мне, мне вот лично неприятно. Когда вот этот жир, мне как-то не очень, а баранину, ну. Муж у меня любит. Соня вообще все мясо любит. Да? Я говорю, ни вашим, ни нашим. Приготовлю яко из говядины лучше. Купили говядину, тем более хорошая была. Неплохая. Жестковато, конечно. Mm-hmm.
Наверное, в следующий раз возьму я лучше индейку. С индейкой тоже шикарные пельмешки получаются. У нас прям с тобой настоящий мукбанг, то есть, да? Столько всего мы с тобой. Вкуснятина какая. Я, наверное, столько даже не съем. Очень много. Я дам съем. Хотим с Сонечкой, наверное, может быть. Так, мама старалась. Старалась, да, Сонька. Может быть, я не знаю, завтра, послезавтра. У меня творожок есть в холодильнике, обычный, без всего. Я думаю, возможно, может быть, сделаем мы ленивые вареники. У меня завтрак. Еще банка сметаны у нас есть? Да. Вкусняха, да? Все-таки домашние пельмешки не сразу скупили. Я вот сколько покупала даже вот мяснов, у них вообще пельмешки отличные. Ну, ценник, конечно, кусается. Но, хоть и кусается ценник, но там реально вкусные они. Но все равно домашние вообще ни в какое сравнение не идут. Гораздо вкуснее. Держи, доченька, я тебе сделала. Спасибо. На здоровье кушай. Кушай, малыш. Вот чего-чего, а вот пельмешки Соня может хоть каждый день кушать. Надо попробовать как-нибудь манты приготовить. У нас, правда, мантоварки нету. Пароварки тоже. Но я знаю, вроде бы показывали, девчонки, что можно варить в кастрюлю. Приспосабливать большую кастрюлю, можно тоже что-то типа мантоварки сделать. Сока маловато. Я боялась сделать слишком жидкий фарш. Нос себе смазала. Боялась слишком жидкий фарш делать. Потому что тесто достаточно такое, оно пластичное, и лишняя влага ни к чему лишняя. Вообще, еле разговариваю. Что говорю? Сейчас, наверное, поедим, сегодня пораньше спать ляжем. Нужно будет, конечно, видео обработать. Потом ляжем спать. Скоро Пасха. Не знаю, когда я буду все эти дела делать. Завтра суббота, в воскресенье мне на работу. Да. Есть вкусняшки, да. Вкусняшки. В эту субботу же у нас... А, воскресенье у нас получается, да? Вербное воскресенье. Не знаю, может быть, сегодня с утра сходим в храм. Да. Угу. Да. Служба рано в храме. Да, доченька? Сходим с тобой в храм как-то? Ну, давай. Пойдем? Давай, да, сходим. Я думаю, надо сходить, да? На вот. Угу. Вчера мы ходили в церковь. Ходили, да. Да, нормально. Мы за водичкой ходили. Мы часто в храм ходим, Сонечка, да, Соня? Да. А такие праздники, кстати, тем более нужны. Большие праздники. Ой, не могу. Что-то я... Вот я уверена, Соня вот это вот все скушает, а вот мама вряд ли. Мне уже наелась. Прям вообще наелась. Уже даже не лезет. Это вообще
Очень вкусно. Я прям не могу уже все. Да вообще, Сунька, я просто объелась. Сейчас последний перемешку доем, все. Не могу больше. Ну, когда-то, наверное, буду. Сегодня уже точно нет. Хорошо, что чай не налила. В принципе, не нужен, не пригодится. Все, устала, друзья. Сегодня очень много водички. Вот, держи. Тепленькая водичка, держи. Устала, но сегодня у меня очень позитивный день. Позитивный, насыщенный, много сделала всего. Хотелось бы сказать, теперь можно и отдыхать, но нет, выходные, к сожалению, у меня рабочие. Ой, Сонечка, все, я... Все. Не смогла я. Было у меня 10 пельмешков, 4 осталось, 6 штук, все, я не могу. Потом будет. Да. Может, и не буду, Соня, не знаю. Большие они у меня слишком получились, но такие сытные, так вкусно. Ой, наелась. Просто красота. Стоило это того, чтобы возиться с ними. Мы, наверное, с 2 часов дня, и вот сейчас 6, 4 часа возились. Это стоило того, чтобы 4 часа возиться. Еще осталось немного пельменей. Разочек нам всем. Ну и... В принципе, завтра можно не готовить. Я завтра наелась. У нас есть что покушать. Ты тоже наелась, да? Да. Я тоже, Сонька, наелась. Вообще не могу. Ну ладно, будем завершать видео. Спасибо огромное, кто нас поддерживает, кто ставит лайки, пишет комментарии. Спасибо за то, что подписались и что смотрите нас, друзья. Очень приятно читать ваши комментарии. Ну а всем, друзья, хороших выходных. Завтра видео мы снимаем, сегодня пятница, но выложу я, наверное, его завтра, в субботу. Поэтому, друзья, всем отличных выходных, хорошей погоды. Не знаю, у нас в Москве тучки ходят. Будет ли дождь, не будет, вообще передавали. Но сегодня такая прекрасная погода, хотя сегодня тоже говорили, что будет дождь. С утра так вообще солнышко, красота, тепло. Я вот снимала видео, я даже в легком пальто с палантином, даже палантин на голову не одевала. То есть очень тепло даже без головного убора. А я сидела дома. А Соня сегодня не гуляла, сидела дома. Но если завтра будет погода хорошая, мы, может быть, с утра пораньше, может быть, чуть-чуть на часочек с ней выйдем погулять, а потом мама поедет на работу. Ну, что делать? Работу никто не отменял, друзья. Погуляем. Погуляем, да. Сонечка завтра с папой будет, все хорошо. Ей будет чем заняться. Ну, а на сегодня все, друзья. Всех обнимаем, всех целуем. Хороших выходных. Пока-пока, до новых встреч.